В первой поликлинике прошел День здоровья, посвященный Дню матери. В этот день полное медицинское обследование получили возможность пройти многодетные мамы. Подробности в следующем материале выпуска. День здоровья, организованный специально для многодетных мам, прошел в субботу. Пока папы приглядывали за детьми, мамы получили возможность позаботиться о себе, проверить свое здоровье. Ведь здоровая мама – это здоровый малыш. Нам позвонили с поликлиники и попросили пройти врачей, узнать свое здоровье для своего будущего ребенка, для своих будущих даже детей. Это очень хорошо, что проходит такая акция, ну, для многодетных семей, для мамочек. Это очень хорошо. На Дне здоровья многодетные мамы получили возможность пройти полное медицинское обследование, сдать кровь на сахар и холестерин, сделать ЭКГ, флюорографию, маммографию, получить консультацию таких специалистов, как терапевт, невролог, кардиолог, эндокринолог, а также анонимно проверить свой ВИЧ-статус. Многодетных мам много, и мы хотим, чтобы они были обследованы, чтобы они были здоровы, чтобы они рожали еще деток. Это будет очень хорошо и для нас, и для страны. День здоровья посетили более 130 многодетных мам. И многие признаются, что если бы такая акция не была организована, то они так бы и не нашли время, чтобы посетить поликлинику и проверить свое здоровье. Очень удобно, конечно, чаще с детками приходишь в больницу, на себя, как правило, времени не хватает. Вот если бы, наверное, не пригласили, наверное, так бы обследовалось в следующий раз, неизвестно когда. Все, спасибо за организацию. Дни здоровья, посвященные Дню матери, прошли во всех муниципальных образованиях Краснодарского края. Анна Монастыренко, Георгий Калинин. Программа «События».